Компания Vision представляет. Фильм производства Дэмона Сондерса. Режиссера Крейга Бэксли. $75,000 за эту машину, а вместо компакт дисплея дерьмо какое-то. Сукин сын, а? Ну, здорово. Просто великолепно, черт возьми. Но с Рождеством вас, мать вашу. Я пришел с миром. Дольф Лундгрен. Matthews Hughes. Right. Сержант Хокинс. Да, в комнату J-38. Дэвид Эккроид, Джим Хейн. 38, да, хорошо, спасибо. Кевин Пейдж, Роберт Прентис. И другие. Привет, привет. Сержант Хокинс, пожалуйста, пройди в комнату J-38. Сержант Хокинс, в комнату J-38. Комната J-38. Композитор Ян Хаммер. Да? Эй! Oh.
seems to be the problem. В чем дело, офицер полиции, а? Художник Филипп М. Леонард. Оператор Марк Ирвин. Монтаж Марка Хелфрича. Автор сценария Джонатан Тайлер и Леонард Маас младший. Привет. Привет. Распишитесь. Ну что, решили повеселиться? Простите, офицер. Я просто шутил. Сержант Хокинс. Спасибо. Не за что. Продюсер Джефф Янг. Режиссер Крейг Бэксли. Лучше поторопись. То есть что, почему? По часам работает, а? Быстрее сказал. Боже мой, что это было, мать твою? Небольшая страховка. Зачем? Чтобы не было свидетелей. Мистер Дэвис, да, Дэвис, Дэвис, да, Дэвис, совершенно верно, Джефф Дэвис, да. Я хочу сказать, как и вы, я в свое время хотел работать в одиночку. Я думал, мне хватит моего образования, воспитания. Я вам могу привести только один пример. Возникла какая-то проблема, кажется. Как только я понял, что никому не нужен мой диплом, я в Принстоне. Я решил защитить диплом банкира на всякий случай. А если еще за люди? Мы не договаривались так. Это просто мои курьеры. Считайте их моими курьерами. Ну-ка, покажите, что у вас есть. Come on, guys. Ну давайте, ребята. Education. Образование. Так важно для человека, правда? Мы будем называть его просто Джефф. Дальше, дальше. Быстрее. Все-таки без настоящего диплома, который ничего на самом деле не значит, жить становится намного сложнее. Но уйти в отчаяние в армию, ну, конечно, в армию, да. Или, например, стать полицейским. Давайте кончать дерьмо друг друга нашего веса. Давайте к делу перейдем. В каком вы были в университете? В университете АЦСИ. Пора начинать. Пошли быстро. Прекрасно. Всем, всем быстро, руки, руки, деньги, деньги, давай, деньги, ну.
То, что мы договорились или нет? Как скажете. Черт. Ну ты жиртрез, на деньги. Там все сзади. Сзади выключатель. Черт, из два. Вот черт. Ребят, ну давайте разговаривайте дальше. Деньги здесь. Вообще-то, вы же Тернер, да? Детектив Рэй Тернер. Ну, деньги есть, а? Ты взял деньги, а? Ты не Бас, кто ты такой? А ты не очень умен. Вы полицейские, вы такие умные, да? Ну что вы лезли ко мне и к моей банде белых ребят? Бросай пистолет. Мы уже неделю назад догадались, кто ты на самом деле. Я говорю, бросай оружие. О чем он говорит, мать его, а? Улыбнись, Рэй. Бросай, ну. Пошел ты. Пошли, господа. Да, сэр. Кто вообще придумал эту встречу? Не знаю, сэр. Нужно уходить отсюда. Хотя одни полицейские в мире меньше, это уже лучше. Выходим здесь. Да, мистер Мэннинг. Давайте быстрее. Я пришел с миром. Какого черта? С Рождеством. Присматривай за ним. Ну еще бы. Сукины дети. Рэй. Рэй. Позвали моего адвоката. Это взрыв в федеральном складе. Прекрасно, такого не хватало. Вы можете это прокомментировать это? Скажите. Привет, Дайана. Привет. Ну что, бойня? Кажется, это банда White Boys, белые ребята, решили не брать пленных. Что, 5 трупов, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. В этом квартале это естественно. Джек здесь был первым, в 11.32. Он говорит, что тоже ничего не видел. Джек? Мне очень жаль, что так получилось с Тернером. Правда. Я так... Сержусь, я тебя готов всех выкинуть через окно. Но сейчас это делать не буду. Сейчас не время. Сейчас не время все у тебя сворачивать, мать твою. Я понимаю, каково это тебе, а? А Мэннинг, что Мэннинг? Он убил моего напарника. Не лезь ко мне, Джек. И исчез на 8 дней. Но даже не на неделю. На неделю я бы еще понял. На 8 дней, мать твою. А кроме этого, ты еще будешь отвечать за украденный героин. И за эти 125 тысяч.
из ФБР пришли. А, ну вот, а. Взорвался склад, и они думают, что они теперь могут целым городом командовать. Скажи, скажи, что я сейчас подойду. Слушаюсь, сэр. Все, я тебя сниму с этого дела. У тебя, кажется, отпуск должен быть. Вот давай, отдыхай. Это что, приказ? Нет. Хуже. Обещай мне. Единственный человек, которого я знаю, который скорее умрет, чем обманет кого-нибудь. Ну, обещай мне. Это приказ. Мне нужен Мэннинг. Отправляйся в отпуск, или я тебя вообще уволю. Хорошо. Ну и ладно. И на твоем месте я бы разобрался с личной жизнью. Детектив Кейн? Это агент Свитцер из ФБР. Он хочет спросить тебя кое-что. Наедине. Вы знаете, чем я занимаюсь, детектив? Я знаю все. Вот и все, это вся моя работа. Я все знаю раньше, чем все остальные. Но я знаю, что вы занимаетесь Мэннингом. Также я знаю, что это необычные убийства. Три хорошо вооруженных человека умерли и перерезали горло, прежде чем они успели покрыть пистолеты. Кто это мог сделать? Никто. А что? Я много видел ран, но это что-то новое. Ну, у вас есть какие-нибудь мысли? Ну, вообще-то есть. Где я могу найти мистера Мэннинга? Вы не знаете, я хотел бы поговорить с ним. Я бы сам хотел это знать. Меня только что отправили в отпуск. Или этого вы еще не знали? Кейн должен снова заниматься этим делом. Черт вас два. Мне нужно только позвонить один раз. Ты ведь этого не хочешь, правда? Но Кейн не может. Он отправляется в отпуск. Правда, Кейн? Я сказал, что я отправляюсь в отпуск, но не говорил, когда именно. Прекрасно. Так что ты занимайся теперь этим делом снова. Хорошо. Напарник у него будет с ФБР. Я пришлю его завтра. Напарник? Напарник? Кейн, это специальный агент Смит. Ты что, шутишь? Ладно, я сам разберусь, сам. Прошу прощения, мистер Кейн. Я самый молодой человек ФБР, который достигал бы моей должности. Заработаю в два раза больше, чем вы, и по уважительной причине. Так что давайте не будем. Не шутишь, да? Может быть, вы не привыкли еще работать над делом, которое попадает под федеральную юрисдикцию, но я вам изложу параметры. Параметры? Да, я знаю, это основное направление. Спасибо, я знаю, что это за слово. Мы будем ежедневно сообщать новости агенту Свитцеру. Ежедневно, значит, каждый день. И никто не будет исчезать на неделю, на 8 дней. Значит, на 8 дней. Договорились? То, что ты мне можешь говорить, я прошу прощения. Патологоанатом пришел. Пришлите ее, пускай войдет. Привет. Привет. Хорошо, Даяна. Ну что ты скажешь? Чем их убили? Это было нечто очень тонкое и очень острое. Я скальпелем не могу сделать такие надрезы. Как ты можешь это объяснить? Никак. Дайан, послушай, мне тоже очень жаль Рэя, как и тебе. 8 дней, Джек, даже не позвонил ни разу. Ну перестань, послушай, секундочку. Я не хочу ничего слушать. Эй. Да, мне тоже нравится, когда меня оскорбляют. Я думал, жив ты или тебя уже убили, я даже молилась, чтобы тебя убили. Понимаешь меня? Дайана, эй. У вас здесь очень хорошие отношения, я смотрю, очень здоровые. Это раз.
Okay, number one on my list. Теперь же первый у меня в списке. Отправляйся на место преступления. Взяли за руль. Нет, а прежде всего нужно познакомиться с докладом патологоанатом. Это языковой учебник Суицера, 35-я страница. Он очень умный человек, можем многому научиться. Да? Хорошо. Теперь можно ехать, или что-нибудь еще скажешь? Да, кстати, ты точно уверен, что хочешь ехать в этой одежде? Подумай. Очень важно, как ты одеваешься. Ты же говоришь людям, кто ты своей одеждой. Понимаешь меня? В таком случае, может быть, тебе надеть плавки? Что ты делаешь? А по-твоему что? Наблюдаю, записываю. Да? Ты знаешь, обычно проблема с полицейскими в том, что у них появляются эмоции и чувства. Нужно держаться на расстоянии. На расстоянии надо лучше встать подальше. Вон туда. О, черт, очень смешно. А как насчет инстинкта? Этого не существует. Инстинкт — это всего лишь реакция на основе предыдущего опыта. Вот и все. Что-то происходит, я готов. Я всегда готов, понимаешь? Внизу. Неужели это все имеет какой-то смысл? Да, внизу я говорю. Боже ты мой. Итак, агент Смит. А когда ты встречаешься с чем-то абсолютно новым, что делаешь? Не знаю, такого еще не было. Может быть, сейчас начнем? Ну, может быть. Но для тебя это тоже новое? Да. И что ты будешь делать? Следовать инстинкту. Черт возьми, да разрази гром, это дерьмо собачье на четырех ногах, псина. Декстер! 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 Томми! Томми! Декстер! Декстер! Who's out there? Кто там? А, ну ладно, говно, двуногие сволочи, решили напугать меня? А что, этого должны бояться, что ли? Ты дерьмо, сукин сын, грабитель, где ты? Я прихожу с миром. Thank you.
здесь делаем, а? Я не пью, когда я на службе. Это правило. Ну что, направляйся домой, а здесь будут думать. А здесь можно думать. У меня вся кровь уже от головы отхлынула в другое место. Мой старый друг Боунер. Но надо же. Пошли. Ну что, неплохо, а? Прощайся со своими деньгами. Я думаю, что-то с этим шаром не так. Эй! Where's Victor Manning? Где Виктор Мэннинг? Убежище. А кому какая разница? My partner. He's dead. Моего напарника убили. Эй, не трогай. Мне нужно, чтобы ты и твой ухажер сказали мне, кто его убил. Ну-ка, бросай. Быстро. Okay now, Boner. Хорошо, Боунер. Кто убил моего напарника? У кого наркотики? У марсианина, мать его. Да? Да. Точно. Эти банды сделали, ребята, думают, что это полицейские сделали. Клянусь, это правда. Правда. Я тебя знал, что-нибудь, Кейн, я бы сказал тебе. Ладно, вали отсюда. Ты тоже. So that's why we came here, huh? Ах, вот зачем мы сюда пришли, да? Донора найти. Nice. Это really здорово. Очень ценная информация. Ты много всего вытащил. Before, тебе уже сказал, Смит. Он сюда пришел подумать. А что если оружие было не нож, а скажем, нечто, что вылетает? Вылетает? Ну, вылетает, да, но как из арбалета. Вот, порезали этого, да. Потом эта штука порезала этого, да. Отрикошетила. Вот стены вот здесь. Здесь. Потом режет горло третьему. И улетает куда-нибудь сюда. Ну, и так что-то может быть арбалет, ты говоришь? Это орудие убийства, да? Черт! Не трогай! Расслабься, я знаю, что я делаю. Ложись! Да, это орудие убийства. Yeah.
Смотрите, вот там, наверху. Правила. Все равно нужно сообщить и про этого Боунера. Слушай, притормози здесь, а? Ладно, до завтра. Эй, ты куда это? Домой. Стой! Один со стороны с учебника Сойцера. Улики нужно предъявлять в определенный срок. Да-да, конечно. Я хочу сначала кое-кому показать в университете. Своему другу. Он что там, у тебя ученый? Нет, он там председатель комитета болельщиков. Если он не имеет права, то он не может... Ух ты. Хорошая квартира, а? Наверное, здесь это штуковина в безопасности. Да. Вина хочешь? Что? Вина. Может быть. Интересная картина. Нравится? Ну, она... большая. Так. Я, наверное, не совсем себе разобрался с ходом. Наверное, нет, Смит. Мне нужен этот диск. Давай скажем честно, для тебя это просто обычное расследование. Тебе это намного больше, намного. Если ты пытаешься забрать диск, мне придется ударить тебя очень-очень сильно. Держи. Большое спасибо. Можно вопрос? Почему ты меня не любишь? Честно говоря, мне плевать. Мне просто интересно. Это потому, что я больше добился успеха, чем ты в жизни. Совершенно верно. Я так и думал. Неплохо. Я за тобой заеду в 7. Слушай, я хотел бы извиниться. Даяна. Закончила? Да. Джек, обещай мне кое-что. Что? Обещай помнить тот день рождения. Обещай, что ты поедешь со мной к моей маме. Не важно, что он что-нибудь обещает. Ты всем все обещаешь, но только не мне. Я не знаю, что меня больше злит. То, что ты такой, или то, что я тебя люблю все равно. Привет.
Шевельнись, где конец. Ты что, это же я. Прекрати, не стреляй. Что ты здесь делаешь? Я приехал за тобой. Смотрю, дверь открыта. Вошел. По-моему, тебя ограбили. А, ФБР всегда все замечает, да? Да, конечно. Вчера были еще убийства. Где диск? Оставил у друга. У друга? Да? Ну, слава богу. Ты только что приехал? Да, конечно, я только что приехал. Что, а? Что ты хочешь сказать? Ничего. Хотите кофе, ребята? Я сейчас. Спасибо. Можно же расслабляться. Здесь кофеина побольше. А то в обычном американском кофе столько кофеина, что даже муху не разбудишь. Знаешь, этот тип в костюме. А это живой ФБРовец. Нет, ты же спятил, а? Нет, успокойся, Брюс, я не для этого. Все, что здесь у меня, нужно мне для моих исследований. Я верю, верю. О, Господи, вы и Фейберс, все одинаково, а? Бабы лишь людей с ума сводить, а? Вы не понимаете, что нам нужно. Они такие, добро пожаловать там, а потом убивают тебя. Не волнуйтесь, вот. Успокойся. Расслабься, Брюс. Расскажи нам про диск. Okay. Хорошо. Господи, боже, осторожней. Успокойся ты, агент. В этом поле совершенно нет заряда. Искусственно его создан. Он здесь висит. Ну, в общем, если говорить просто, это магнит. Электромагнит очень мощный, самый мощный, что я видел в жизни. И как любой другой магнит, он летит к другим магнитам. Ах, вот почему он в динамик все время врубался. И можно запрограммировать так, чтобы он использовал другие электромагнитные поля. Ну, на любой частоте. Его можно использовать как оружие, да? Мозг очень просто, ты направляешь его определенным образом на определенную частоту. В общем, совершенно верно. Это то же самое, что, понимаешь, включаешь на радио, радиостанцию «Убить». Но технология фантастическая. Мне нужно еще время, чтобы изучить его. Ладно, оставь. Летенцы, я забираю его. Супер, что, с ума сошел? Да что, какой-то черт, мне два раза голову не отрубило. Ты не сможешь это сделать. Да, я не смогу. Ты близко не подойдешь. Пусть берет. Пусть отнесет к Сульцеру. Ну ладно, ладно. Пока. И спрячь диск. Хорошо. Вот еще я вчера получила. Что ты думаешь, что связано с нашим делом? Причина смерти. Слишком большая доза героина. А он не наркоман. Он не мог сюда себе вколоть, это правда? Это такой ФБРовский героин? Да, наверное. Очень мощный, очень чистый. Этот ваш псих украл очень много героина, чтобы убивать людей. Зачем? Ну, зачем это ему? Люди по-разному друг с другом поступают. А что это за пулевое ранение во лбу? Это не пулевое ранение. А что это? Я как раз сейчас это не хочу выяснить. Посмотришь? Нет, нет. Я должен пойти и позвонить. Извини. Пошли. Я перезвоню, сэр.
got kind of stuck in there. Эй! На! Только что принесли, час назад. Спасибо. Что у вас там, какие странные отношения? Любовь-ненависть? Нет, скорее ненависть-ненависть. Что это? Дорогой Кейн, мне очень весело в Рио-де-Жанейро. Жаль, что ты еще жив. Люблю тебя, Виктор Мэннин. Постскриптум. Я сказал Уоррену, чтобы он нашел тебя. Кто такой Уоррен? Смотри, улыбайся сейчас, сволочь. Он убил моего напарника. Отправляйся на Рио в Рио-де-Жанейро. Кто такой Уоррен? Напарник. Глава банды «Белые ребята». Они начали 2 года назад. Куда мы едем? Уоррена. Хорошо. Что ты сказал? Ну, хорошо. Ну, черт. Хорошо, конечно, этот квартал. Не очень. Подожди, я сяду за руль. Нет, это моя машина, я поведу ее. Хорошо, как учись, задам мне 2 машины из банды «Белые ребята». Дай сяду за руль. Я сказал, я поведу машину. Хотя с другой стороны садись. Поворачивай. Черт возьми. Кто ты едешь? Тут здесь можно угол срезать. На угол срезать, вызови помощь. Помощь мне не нужна. Черт, от тебя откуда? Мама подарила на Рождество. Осторожней! Что ты делаешь, а? Перестань, сворачивай. Не волнуйся, а не трудно. Сворачивай. Есть. Сукин сын. Ну все, теперь Уоррен покойник. Где мы? Это что, это здание принадлежит Уоррену? Да, нужно действовать по правилам, Кенни. Неужели ты не понимаешь? Нужно выписать ордер. Нет. Мне плевать уже на все. Черт возьми. Что у нас есть? Тихо. Не здесь. Оружие на стол. Быстро, ребята. Делайте, что он говорит. Хорошо. Вставайте. Сказал встать. Окей, Уоррен. Хорошо, Уоррен. А теперь мы с тобой поговорим. Nice to see you again, Кейн. Я рад тебя видеть, Кейн. Садись, Уоррен. You shouldn't have come here. Ты напрасно пришел сюда. Victor didn't want to go to Rio until next month. Виктор собирался в Рио только через месяц. He had to fly coach. Господи Боже, здесь настолько всего. Я не убивал твоих ребят, Уоррен. Врешь. Вы напрасно мной гонитесь. Да, ты начал то, что называют нарковойну, да? Где что, зарплату, что ли, прибавить за это? За 3 дня наши цифры, знаешь, какие, черт? За квартал магазин не сидим с концами. Какая нарковойна, о чем ты говоришь? Господи, ну почему я вообще разговариваю с ним, а? Надо убить его. Я ничего про себя лично не имею, Кейн. Это чистый бизнес. Ты забываешь, у меня пистолет. Нет, я тоже ведь, наверное, могу что-нибудь придумать.
Хорошо, Кейн. Подумай, два варианта. Вот давай, быстрее. Первое. Виктор хотел тебя убить к концу сегодняшнего дня. Второе. Нам нужно передать товар и получить деньги. Понимаешь, мы могли бы подождать, но у нас с деньгами сейчас плохо. Поэтому ты отвезешь товар за нас. Или уж кого-нибудь убьют, пускай убивают тебя. Не думать, забудь. Нет, ты это сделаешь. Иначе у тебя будет очень плохая репутация. У тебя будут умирать напарники. Ты все понял, да? Давай, чемодан. Только без ошибок, приятель. Надеюсь, ребята, вы понимаете, у вас будут большие неприятности. Yes, sir. Да, сэр. Can I do... Что я могу для вас сделать? Don't be foolish. Без глупостей. Передай белым ребятам, чтобы они меня в задницу поцеловали. Что это было, черт возьми? Что случилось? Что это все значит? Что здесь происходит, черт возьми? Заткнись. Это кто? Что-то произошло. Подожди. Потом поедем за диском. Прекрасно. А ты иди, не торопись. И не волнуйся. Я здесь буду ждать твоих указаний. Договорились? Да, наверное. Простите, мне нужно срочно позвонить ФБР. Уже ты не поверишь, знаешь что? Спасибо. Доллар не разменяйте? I always thought I'd be the one to... А я думал, что я тебе шею сверну.
Очень смешно. Yeah. Ну? Отвечай на мой вопрос. Героин возбуждает гипофиз. Гипофиз выделяет эндорфины. Эндорфины — это вещества, которые дают человеку ощущение, ну, хорошее, экстаза. То есть кто-то вкалывает героин и потом сверлит дырку. Ну, ты понимаешь, это совершенный наркотик. Одна унция эндорфина, ее хватит на 1000 доз. Почему люди это не делают? Ну, потому что никто не знает, как это делать, к тому же нет технологий необходимой, по крайней мере, пока. Звонить за их счет. За их счет. Эй. Наверное, подумаешь, что я с ума сошел. О, нет, нет. Тебя ведь раньше это не останавливало, правда? Я думаю, мы имеем дело с пришельцами. И не из другой стороны, а из космоса. Их двое. Один убийца, а второй, очевидно, на нашей стороне. Знаешь что? Ты очень много работал. Твое тело, твой мозг устали. Это естественно. Послушай меня. Мне нужен к психиатру, Джек. Ну, кто-то должен быть первым. Первым, кто увидит пришельцев, да? У тебя нет доказательств, никто не поверит. У меня есть диск. Пошли. Брюс? Брюс? Боже мой! Что случилось? А как ты думаешь? Эти суки украли диск, а? Твой друг. А я же знал, что-нибудь такое случится. Черт возьми. Я пытался убрать, клянусь. Но они знали, что диск у меня. С тобой все в порядке? Смотри, как я выгляжу. Ты выглядишь как дерьмо. Кто это говорит, а? Знаешь, кто это был? Нет, не знаю. Какие-то ребята с непостриженные. Вообще-то похожие на тебя. Заткнись ты лучше. Прекрасно. Единственная улика, и то ее нет. Что ты смотришь, а? Мы пойдем к капитану Малоуну. Твоя карьера. Хочешь терять? Давай. Ты скажешь, что мы имеем дело с торговцами наркотиками из космоса? О, черт, у него рост был, я не знаю, там больше 2 метров. Да, конечно. Ты еще видел Джимми Хендрикса в прачной? Да, да, конечно, я помню. Да ладно, серьезно, гремит, он ходит такой, убивает всех, такой здоровый. О, черт. Тихо, спокойно, это он. Это он, точно. Эй, я пришел с миром. Да, конечно, ну что вам нужно? О, черт, мать вашу! Thank you.
Ты должен поддержать меня. Конечно. Обещаешь? Никаких проблем. Что? Я согласен с вами, сэр. Согласен на 100%. Я думаю, что он поторопился. Ах ты, сукин сын! Сейчас, ты что несешь? Это правда. Доказательство давай. Где этот диск? Кто-то украл его. Ну да, конечно. Алло, слышу вас. Что? Где? Сколько? Да. Твой дружок только что убил еще двух людей. Но на этот раз у нас есть свидетель. Эй, по этому адресу вызывай машину, быстро. Спасибо. Я тоже должен думать о своей карьере, черт возьми. Слушай, когда не лезь, не путайся под ногами. Послушай, капитан Слитер сказал, это два. Ты до скольки считать ты будешь? Как ты не можешь понять? Я патологоанатом, понятно? И я не скажу вам, что я имею право прийти туда. Тоже имеет. Извините, я не могу вам помочь. Да что я с вами разговариваю, а? Ты спецконтрол. Не нужно обижаться. Что здесь происходит? Так, слава богу, этот говнюк. Спасибо. Этот говнюк не пропускает меня. Там трупы. Меня вызвали, и я даже не могу посмотреть тела. Детектив Кейн. Сюда нельзя. Тихо, я разберусь, пожалуйста. В чем дело, Смит? ФБР. Вы можете всем и своими трясти удостоверениями. Мне плевать, что у вас. Туда нельзя. По-моему, можно. А я думаю, нет. Пошли. Что здесь происходит, а? Я не понимаю. Эй, ты же вроде большая шишка ФБР. Перестань, я их раньше никогда не видел. Да, это твой начальник, кажется. Да. Мне нужно с ним поговорить. Свистер. Да-да, пропустите его. Что здесь происходит, черт возьми? Где этот свидетель? Никакого свидетеля нет. Слушай меня. Ничего не говори, только слушай. Все в порядке. Это дело закрыто. Отныне, с этой секунды, ты официально в отпуске. Иди отсюда. Что значит, все в порядке? Это значит, теперь это не наша проблема. Иди отсюда. Прошу прощения. Ну-ка, на секундочку, пойди сюда. Меня отправили в отпуск. Давай поедем куда-нибудь, а? Что? Подальше, вдвоем. Куда-нибудь, где мы никогда не были. Да, но у меня работа. Вы тоже уйди в отпуск. Я не могу. Тогда увольняйся, да посмотри только. Не искушай меня, я ведь это сделаю. Ну и хорошо. Приезжай домой, собирайся и приезжай ко мне. Ты серьезно? Обещаю. Клянусь. Джек, если ты меня надуешь, я тебе легкое вырву, понятно? Сама. Эй! Эй! Эй, мы что, больше не друзья, что ли? Значит, все, наверное, да? Тебе Слитер сказал. Ну, все рассказал, врешь. Я знаю то, что мне нужно дать. Хорошо, это три.
Разница между тобой и мной. Тебе плевать на все. Ты хочешь только понравиться начальству? Плевать на тебя. Я выполняю свой долг. Я уважаю свое начальство. Понятно? Вот разница между нами. Я игрок команды. Но у тебя команда говно. О, черт. Его нужно остановить. Ну, знаешь ты... Сейчас, секундочку, пожалуйста. Я никогда, никогда не хочу больше работать. О, боже ты мой! Успокойся. Я тебе говорил про него. Посмотри, посмотри. Он на нашей стороне. Поехали отсюда. О, черт! Боже, он истекает кровью. Кто ты? Я представитель службы охраны порядка, как и ты. Он говорит по-английски. Остановите его. Что ему нужно? Барси. Наркотик. В нашем мире точно редкий и незаконный наркотик. То, что называется эндорфинами. А, так он торгует с наркотиками. Я не верю ничему. Он будет убивать тысячи ваших людей, чтобы раздобыть наркотик. Так откуда вы? Остановите его. Если он вернется в наш мир, то приедут другие. По его следам. Это будет настоящая бойня. У него здесь есть склад. Уничтожьте. Пустое здание около реки. Это очевидно здание Флетчера. Ты должен обещать мне. Обещай мне. Обещаю. Теперь у нас хоть есть что-то. Что? Его тело? Это улика. Доказательство. Черт! Смотри, взял. Господи боже, ты видел? Видел ли я? Мне чуть лицо не оторвало. Тебе все в порядке? Да, смотри, я взял. Я взял его оружие. Здорово. Это наше доказательство. Что же будем делать? Пойдем к Малону? Нет, нужно сообщить Суицеру. Он должен первым увидеть оружие. Забудь про него. А ты думаешь, Малон что-нибудь сможет сделать? Перестань, я отнесу Суицеру. Нет, не отнесешь. Суицер лгун. Он тебе говорит одно, а думает другое. Это все равно. Тебе будет говорить, что нельзя сделать омлет, не разбив яиц и так далее. Давай мне сюда этот пистолет. Нет. Что значит нет? Эй, я сказал нет. Извини, Джек, но я выстрелю. Ты болван, мать твою. Ты с самого начала был как гвоздь из задницы. Мне очень жаль. Это я отнесу Суицеру. Я лишь выполняю свой долг. Да? Мы же хорошие. По-моему, ты просто забыл это.
С тобой все в порядке? Да. Замечательно. Не волнуйся, ты правильно поступил. Ты молодец. Подумай, это фантастическая операция. Сначала диск, теперь вот это. Ну, давай теперь, сэр. Но как вести дальше это дело? Ну, столько вопросов. Надеюсь, ты не беспокоишься о Кейне? Нет. Ну, достаточно будет сказать, что это будет применено в интересах наций. Как раз об этом хотел поговорить. Ты же, ты уже много работал. Теперь тебе нужно отдохнуть. Или вы снимаете этого дела? Снимаете? О чем вы говорите? Не будь наивным. Ты должен убрать Кейна. Неужели ты не понимаешь? Главное, чтобы наша страна связалась с этим пришельцем. А Кейн может все нам испортить. Он может, хочет лишь убить его. Дело закрыто для тебя. Запомни. Aliens killing people. Пришельцы убивают людей. Can't make an omelet without breaking Нельзя сделать омлет, не разбив яйца. Don't worry. Не волнуйся. You get used to this kind of work. Привыкнешь к этой работе. Trust me. Поверь мне. Не верь никогда никому. Учебник Кейна. Первая страница. Первая глава. Спасибо, что помог мне там. Да ладно. Ну что, no. Хочешь уехать отсюда? Нет. No. Нет. I'm kind of used to following procedures. Понимаешь, я привык выполнять правила. Right now, I think we should... Теперь я думаю, мы должны kick some ass. Кое-кому надрать задницу. Why'd you follow me anyway? Почему ты вообще там пошел за мной? Instinct. Инстинкт. You know how to use that gun? Ты стреляешь из этой штуковины, умеешь? Да, конечно, конечно, никаких проблем. Твою мать. Эй, смотри. What? Что? Where you going? Ты куда? И посмотри только. Черт, осторожней. We're too late. Мы опоздали. Мы упустили его. Отойди, отойди, сейчас, сейчас, отойди. Черт. Дьявол. Сейчас, сейчас, сейчас. Бежим. Ну что, понравилось, ты жалкий сукин сын? Бежим! Есть, есть! Ты как? Нормально. Кажется, попал. По-моему, тоже. Где этот здоровый сукин сын? Ну и отдача у этой штуковины. С нее здорово стрелять можно.
А, черт, а где он? I don't know. Не знаю. Это что? Что это? Кажется, у нас то, зачем он сюда прилетел. Это эндорфин. Повезло ему, сукин сына. Надо же, один выстрел, больше мне не нужно было. Что ты делаешь? У меня есть идея. Какая? Ему нужен его наркотик, правда? Значит, мы его позовем. Куда? Туда, где ты сможешь спокойно прицелиться и выстрелить. Взять для меня что-нибудь есть, а здесь вроде не нравится мой гардероб. Вот это, может быть, нам пригодится. Эй, смотри, пору. Да, я носил ту куртку, когда мне было 12 лет. Спасибо. Возьми этот пистолет и пошли отсюда. Даяна? Джек, качай дурака валять. Черт, Даяна. Даяна. Да, Даяна. А в чем дело? Даже нужно уходить отсюда, приезжай домой. Эй, что случилось? Дела возникли. Какие дела? Я только что уволилась. Ты понимаешь? Да, понимаю, понимаю. Я тебе все объясню. Ты смотрела, чтобы она тобой не командовала. Джек, скажи мне, что происходит, а? Это кто? Кейн, где деньги и наркотики? Не сейчас, черт. Где деньги? Ну все, второй уровень, давай. Бросайте оружие. Ну? Все равно мне нужно объяснить. Сейчас, подожди, это очень сложно, я потом объясню. Я сказал, бросай. Да пошел ты. Эй, бежим отсюда. Что? Это еще что, вашу мать? Это кто такой? Быстрее, в машину. Мне нужна помощь. Я преследую преступник в полицейской машине. Кто он такой? Какой-то засранец из космоса. Ну, ты не волнуйся. У меня вот что есть. Ну, слава богу, наконец-то. Yeah.
Остановите машину! Немедленно! Вы не имеете права находиться за рулем от полицейской машины! Тормозите немедленно! Черт! Он по-прежнему гонится за нами. Сейчас я покажу этому шуту Гарополу. О, да! О, нет, черт! Туда свет. Он стреляет лишь оттуда. Я сейчас тоже бегу. Быстрее. Вон он. Так, я сделаю четвертый уровень. Вот так. Ну, давай. Смотри, идет. Ну все, гаси свет. Фак, твою мать. Заряды кончились. Бежим отсюда, быстро. Бежим! Быстрее! Thank you.
let her go. Отпусти ее. Я сказал, отпусти ее. Пошел ты, космонавт сраный. С миром, засранец.
Джек, пошли. Hell of a night, huh? Yeah. Ну и вчерок, а? Glad I softened him up. Черт. Yeah, nice work, Smith. Я как раз бросил тебе на помощь. Harwood. Ты молодец. Harwood. Как меня зовут вообще-то? Лорен. Но меня зовут вообще-то Ларри, ребята. Ну ладно. Теперь мы можем уехать в отпуск, пожалуйста. Но я же обещал тебе. А куда мы поедем? Well, I was thinking of Может быть, в Рио-де-Жанейро? No, нет, no, нет. No. Нет.